Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр Funcan. На обзоре мультимедийная система на базе Android от компании Canbox для Mercedes-Benz B-класса в 245-м кузове. Линейка M-Line с диагональю экрана 9,5 дюймов устанавливается в штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Меняется вот эта панель. Рамка выполнена из черного глянцевого пластика. В комплектации автомобиля изначально была простая даниновая магнитола, и климат был расположен немного выше. Клиент нашел вот такую вот панель от другой комплектации, поэтому нам удалось установить сюда двухдиновую современную магнитолу с большим сенсорным экраном, перенеся климат чуть ниже. Все это выглядит очень даже неплохо, самое главное функционально, пользоваться вполне комфортно. С коншиной автомобиля адаптируется магнитола, кнопки на руле все подключаются, управление громкостью, ответ и сброс звонка. Также синхронизация идет вот с этим центральным дисплеем, то есть если мы, допустим, включаем радио, информация по радиостанциям отображается здесь на центральной панели, и вот в этом режиме даже можно переключать треки с помощью вот этих клавиш. Все это функционирует. По самой мультимедии работает она на операционной системе Android. Работает в целом достаточно неплохо, очень быстро. Все современные функции здесь поддерживаются. Это подключение громкой связи, прослушивание музыки по Bluetooth. Штатная радиоантенна подключается. Есть эквалайзер. Магнитола оснащена DSP-процессором, поэтому звук на достаточно высоком уровне. Есть также возможность подключить Android Auto либо CarPlay. Также, так как планшет на операционной системе Android, здесь доступен магазин приложений Play Market, откуда вы сможете скачать любое приложение. Самые популярные здесь уже идут из коробки. Это Яндекс.Навигатор, например. Работает все очень быстро. Поддержка Алисы также присутствует. Яндекс.Музыка здесь уже предустановлена, а также развлечения для пассажиров, кинопоиск, интернет-телевидение и любое другое приложение, я повторюсь, можно скачать из Play Market. Бардачок выводится, USB-порты и слот под SIM-карту для подключения к интернету. За мультимедийными дооснащениями для вашего автомобиля обращайтесь к нам в компанию. У нас вы сможете найти широкий выбор различных мультимедийных систем под практически любой автомобиль. Также и на этот автомобиль есть различные комплектации мультимедиа. Вся подробная информация на нашем сайте. Также наш менеджер всегда готов вам будет подсказать и подобрать лучший вариант. Есть доставка по регионам с постоплатой. Вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. Есть собственная служба технической поддержки, которая ответит на все ваши вопросы. И от магазина дается гарантия как на оборудование, так и на установку. Обращайтесь, будем рады помочь. Всем удачи!